перед вами такая блесна вертушка. Это Немо с лепестком Аглия. Давай посмотрим поближе. И вот как она выглядит. Лепесток чистый. Давай проверим, как он будет играть. И заодно я буду рассказывать о нем. Это лучшая приманка для ловли хищников, таких как щука, окунь, судак и также голавль, жерех. Единственная проблема, с которой сталкиваются любители ловли на вертушку, это ее доставка на значительные глубины, где подчас держится крупная рыба. Новинка, произведенная компанией Aqua и получившая название Немо, легко справляется с этой задачей. Лепесток блесна в форме Аглия, слегка продолговатой форме, имеющий отклонение от оси вращения 30 градусов и небольшим лобовым сопротивлением. Справедливости ради следует отметить, что оно несколько изменяется в зависимости от скорости проводки. Именно эта особенность, то есть очень широкий диапазон допустимой скорости движения, при которой сохраняется безукоризненная работа блесны. Что интересно в данной приманке, то что благодаря петле для крепления лески, перенесенной в центр блесны, позволяет использовать приманку не только для горизонтальной ловли, кастинга или троллинга, но и ловли в отвес, как летом с лодки или с крутого берега, или мостиков, так и в зимний период с лунки. Внешний вид блесны – это качественная имитация толстенького упитанного малька рыбы. Вращающийся лепесток в задней части блесны, соединенный с корпусом-вертлюгом, не только привлекает подводных обитателей, но и создает заметные гидроакустические колебания, приманивающие хищников с дальнего расстояния. Выпускается в трех типоразмерах, что позволяет при правильном выборе модели облавливать все горизонты глубин, от поверхности водоема до самого дна. 5 различных расцветок для различных условий освещенности и прозрачности воды позволят вам подобрать оптимальный вариант для конкретных условий ловли и сделать блесну максимально заметной для рыбы. Все блесна оснащены высококачественными японскими тройниками Ultra C. Безупречная заточка, которых не оставит рыболову без